Все, бычок вылезал. И набрасываем. Есть, решила. Бычок пойман. Неудачная попытка набросить лосо на задние ноги. Сейчас будет пробовать следующий участник. Лосо, которое они крутят, имеет длину порядка 30 метров. Ну и разумеется, как вы понимаете, нужно обладать определенной техникой, чтобы не только его раскрутить, но и чтобы набросить таким образом, чтобы поймать. Для чего вообще, в принципе, это делается, друзья? Это делается для того, чтобы в стаде, допустим, можно было одного или нескольких бычков поймать, отвести в сторону. Животные могут болеть. Операторы животноводы могут отличить по некоторым признакам, что животное заболело. Его нужно поймать, соответственно, таким образом, вывести из стада. Помочь ему, да, поэтому все это делается не ради забавы, это все только исключительно рабочие моменты, профессиональные рабочие моменты. Обратите внимание, что на каждой лошади профессиональное ковбойское седло. Чем оно отличается от обычного? Есть небольшой выступ на этом седле, это называется лука. Когда бычок пойман на лосо, то лосо накручивается на эту луку, и лошадь сама удерживает бычка. В общем, друзья, все как в старых фильмах, все как в старых вестернах, только здесь, у нас, по-настоящему, на нашей земле. Между тем, бычок пойман, участник фиксирует его на земле, снимает лассо с шеи. Обратите внимание на лошадей. Они держат растяжку до последнего, потому что они обучены работе с крупным рогатым скотом. Итак, лосо набрасывается на задние ноги бычка и...